Ну что, ребят, всем привет, праздники продолжаются, продолжаются видео. Мы, так скажем, конвейер видеозаписи не прекращаем. А, вот. Ну и сегодня у нас Tap-Tap Heroes будет с вами. В принципе, здесь особо новых каких-то нету моментов. Есть 201 уровень. Ворвались в Новый год неплохими результатами. Кто не знает, в Tap-Tap Heroes я всего лишь 2 года играю, не так много. Ну вот, получается, апается по 100 уровней в год, да, если так выразиться. Ну получается так, потому что, собственно, как иначе, с уровней в год это результат топовый. Напишите, кто как отметил Новый год, кто как праздновал, кто как встречал первое число. В кругу семьи, в ресторане или еще где-то. Вот, ну а мы тут продолжаем собирать. Сегодня у нас, видите, да, не так много остается дней, не так много часов. Ну а мы постоянно как бы стараемся запихнуть все это в ролик. Давайте уже откроем здесь. Я просто не знаю, что здесь такое падает. И что это за подарки? О, да. Гоблин уходит, что-то я протупил. Ну, я отвлекся. Вот. Ну, давайте тогда ивент посмотрим сейчас. Что, собственно, у нас сегодня есть? Рулетка и мастер кования. Ну, давайте, я не знаю, рулетку максимально покрутим. Вот сколько ее можно. 154. Ладно, поехали. Должно что-то выпасть. Да. Я надеюсь, что вот она. Это карта потрошитель на вторую десятку выпала. Обновляем. Еще один потрошитель. Прикол. Это я к чему, что быстро так выпало? Вероятность, я напоминаю, 0,2. То есть 5 прокрутов процент, 500. 500 прокрутов это, ну, вот ваша вероятность выпадения. А здесь Брюнхильда. Я бы ее бы тоже бы призвал, на самом деле. Будь такая возможность. Она считается топовой. В тир-лист входит. Ну, кто спрашивал. В тир-лист. Ну, давайте, может, здесь что сегодня? Кто это? Линдберг Лео. Я думаю, завтра будем открывать. Стараемся. Вот, ну и все. На этом, наверное, на этой рулеточке мы ее прощелкали. Здесь тоже давайте пробьем. Не хватает мне пока добить. А, нет, не все. Подождите. Не хватает еще. Еще хочу. Десятку. Долбануть. Посмотреть вообще, что к чему. И как падает. Потому что, ну, вы видите, да, что здесь очень такая
ситуация. Ладно, давайте до какого-нибудь ништяка. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. А может, там осталось до 80. Да, давайте так сделаем. Так уж и быть, до 80 мы докрутили, получили набор пробуждения 5 штук. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. В этом году у нас должен быть результат в 1000 подписчиков. Просто по-любому. Такую цель себе поставили. Не ради денег. Понятно, что это копейки. А ради просто вот идеи, так скажем. Да, чтобы вот у нас публика объединяла такое вот круглое число 1000. Ну и дальше уже будем расти. Будут в этом году новые проекты. Какие, пока секрет. Но уже планы на ближайшие праздничные дни отснять нечто интересное. Ну, на этом прощаюсь с вами. Всем удачи, всем пока-пока.